Новые автобусы большого и среднего классов вместимости закупила администрация Владивостока для муниципального автотранспортного предприятия в ПАПАТ номер один. В этом году муниципальный перевозчик получает 20 новых автобусов. Это первая поставка техники с 2019 года. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» администрация города приобрела для нашего предприятия 20 новых автобусов. Это 5 автобусов среднего класса, 5 ПАЗ «Вектор Next» и 15 автобусов уже привычные нам техники компании группы «ЛиАЗ». На данный момент у нас идет процедура приемки. Мы уже приняли на предприятии 10 «ЛиАЗов» и 5 ПАЗ «Вектор Next». В процессе у нас еще 10 машин. 5 у нас проходит приемку прямо сейчас. Я думаю, что эту процедуру мы завершим уже на следующей неделе. Часть машин придет на смену тем, которые сейчас работают на маршруте номер 29. Это будут 5 новых автобусов ПАЗ. Основную часть новой техники также планируется направить на маршруты, задействованные в доставке людей на остров Русский. Мы провели ряд встреч на уровне главы, на уровне ректора, со студентами, с преподавателями. И совместно мы проработали ряд мероприятий, которые эту ситуацию улучшил. Это и подстроили расписание наших автобусов под час пик, и расписание шаттлов ДВФУ тоже подстроил под час пик. Последние 8 месяцев проблем как таковых нет. Но мы все прекрасно понимаем и солидарны все с этим мнением, что Русский остров развивается, студентов становится больше и будет становиться больше, и жителей там становится больше, и маршрутную сеть необходимо там развивать. Собственно, поэтому мы с вами на данный момент и находимся в новом автобусе. Новые автобусы оснащены кондиционерами, отопителями, зарядками для телефонов и гаджетов, валидаторами и системой ГЛОНАСС. В этом году также в город прибудет 16 новых троллейбусов. Диана Иванова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.